Приветствую, друзья, сердечно. Тамара Зиновьева, да, Федор Макаров, да. Ну, я и шедевры. Ну, которые остались, потому что Тамара и Федя сейчас забрали. Погрузили всю машинку, экспозицию. Да, всем, все картины везем на выставку. Да, мы все пойдем на выставку. Кроме меня. Да. Когда еще выставка, на память, пожалуйста? Значит, напоминаю, завтра, 20 сентября, адрес Москва, кто не из Москвы, значит, просто заранее билет покупайте, приезжайте. Малый Кисельный переулок, дом 3. Значит, это метро Кузнецкий мост или Трубная. Ориентируйтесь на улицу Рождественка, а с улицы Рождественка идут переулочки вниз, на Неглинную, такие вот. И кроме нашей, вот, кроме, и, давай, давай. Да, сюда. И один из переулочков, Нижний Кисельный, да, да, вот, дом 3, по вот, правую руку, вот, вот, если вот, спускаться вот. С Рождественки. Да. Так, понятно, да? Понятно, объясняю. Да. Там будет арка. В арку надо вломиться. Слева под аркой будет дверь. Там надо будет позвонить в звоночек. Сказать пароль. Ничего не надо говорить, просто позвонить в звоночек. Я спущусь, открою и впущу. Я лично. Да, Тамара Зиновьева, личный искусствовед. Да, вот лично супер-пупер тетенька такая вообще. Вот я лично своими... Я не могу не сказать про ее папу. Ой, не надо, не надо. У нас другая тема, тем более. У нас другая тема. Можно я две копейки ставлю, пользуясь случаем, как раз... Многие спрашивают, как приобрести картины Хасана Магомедовича. Их приобрести нельзя. Нельзя. К сожалению. Они принадлежат человечеству. Но мы нашли хороший выход. Мы думали, нашли хороший выход. Поэтому мы запускаем проект фото картины Хасая Алиева. И мы сейчас продумываем техническую сторону этого вопроса. И можно будет распечатать на холсте прямо картину. Мы нашли отличное техническое решение. Да, в том или ну, в каком человек хочет. Можно поменьше, можно побольше. И все это повесить у себя дома или подарить. И очень хорошо передаются цвета. Да. Это не оригинал, но очень хорошее решение. Я себе такое уже повесил. А я читал в какой-то книге, почему картины Сальвадор Дали, Пикассо там, и других пользовались такой необыкновенной популярностью, потому что это были не оригиналы, а смотрели копии. Они книг. Были большие бизнесмены, да. Да, и они, каждый, кто смотрел эти картины в копиях, дорабатывали фантазии свои. Я сразу скажу, что это лапша. Ну, правильно, я поэтому... Это вот такие вот, так сказать, разъяснения. Вот это все лапша. В те времена, когда начинали работать, да, когда начинали работать Пикассо, чуть позже Дали, еще не было вот такой вот печати, такого широкого распространения информации об искусстве, которая позволяла, ну, заставляла бы человека купить картину по репродукции. Не-не, я говорю просто, когда мы смотрим репродукции в сборниках, книгах, журналах, мы невольно доворачиваемся. Дело в том, что такая фантазия, как была у Пикассо, у широкой публики тогда такой фантазии не было. Она не могла докрутить это до какого-то потребительского состояния. Хорошо. Вот в чем фокус, кстати. Вот поэтому оригиналы можно посмотреть на выставке, да. Которая будет работать неделю. Правильно, с 20 да. сентября да. по 27 сентября. Значит, 26-го в четверг мы уже увозим, кстати. Вот, да. Сокращаются сроки. Это не сокращаются, а просто четверг следующая выставка монтируется. Сегодня четверг, следующая выставка четверг. Все, понятно. Один значит, мы всех ждем тогда, времени мало. Потому да, что это выставка я буду... там даже нету худсовета, потому что там может выставиться каждый, но при этом там
время ограничено. Вот я ждал сколько? Год, наверное, да? Меньше. Вот, меньше. Площадка интересная. Да. Ну, в общем, публика сама во всем убедится. Приходите, ждем вас. Да. Да, самое интересное, вы там живем увидите не только мои картины, а которые, кстати говоря, очень многие из них до уровня шедевров доведены в формате у нас «Коллективный разум». Угу. Потому что мы выставляем картины на обозрение, участники все дают комментами, что убавить, что прибавить, и получается хорошее произведение. Вот, например, как это. А это вот рыженький там, который, это Тома мне уже вчера вечером позвонила и сказала: «Усы и бороду сделай, чтобы в тон волос». И я сделал, и это стало интересно, хорошая, да, картина, правда? Да. Подсказывает, подсказывает. Вместе мы сделаем такое, чего бы по отдельности каждый никогда бы не сделал. Я точно бы никогда не сделал. Спасибо, друзья. До встречи. Все идем на выставку. Всю жизнь будете помнить. Пока-пока. Пока-пока.